Равнение на героев. В Тобольске в спортивном комплексе школы номер 16 состоялись соревнования по рукопашному бою, посвященные памяти героя России Руслана Бацаева. Участниками стали более 100 спортсменов из 5 спортивных клубов Тобольска. Борцы состязались в 5 возрастных категориях от 8 до 17 лет. Конкуренция между спортсменами была серьезной. Наряду с новичками, которые прозанимались всего год, свое мастерство продемонстрировали призеры и победители первенств УРФО и участники соревнований российского уровня. Спортсмены, показавшие лучшую технику, и были награждены кубками за волю к победе. Напомню, спортивные состязания в память героя стали традиционными. Руслан Бацаев погиб 20 ноября 2005 года при проведении очередного оперативно-розыскного мероприятия в селе Кашкильды Гудермесского района в Чечне. Руслан вместе со служивцами вступил в бой за детей, но был смертельно ранен. 1 августа 2006 года ему присвоено звание Герой России посмертно за героизм, проявленный при выполнении служебно-боевых задач.